Эй, ребятки, всем привет, с вами Шоки, и сегодня я расскажу, как по-новому можно взять мыльфильтр. Я его немного по-новому начал расшаривать, соответственно, этот метод немного отличается от предыдущего, и он немного запутанный, поэтому решил лучше записать видос, чтобы никаких уж вопросов точно не оставалось. И метод основан на ресурсе кастомайзера от Новосинка, Тобнак и еще там кого-то третьего чувака под названием FilterBlade. Многие этот ресурс знают, многие им, наверное, пользуются. Вот. Ну и, собственно, я до него тоже добрался, написал на его основе свой фильтр и, соответственно, и теперь его через этот ресурс расшаривать и буду. Ну ладно, что вам нужно сделать? Ссылки, естественно, все будут в описании, то есть там можете и ссылки, и команды все взять. Первым делом, что вам нужно, зайти на мой Twitch, собственно, зайти на мой Twitch. Далее в чате написать команду фильтр на английском. Даже если я не стримлю, она должна работать. Соответственно, вылетит вот такое вот сообщение, как скачать фильтр обучения. Здесь будет ссылка на текущий видос, который я в данный момент записываю. И вторая ссылка, здесь актуальная ссылка на скачивание. Это ссылка для, соответственно, скачивания самого лут фильтра. Мы ее берем, идем по этой ссылке, попадаем на FilterBlade. Вот на такой вот ресурсик. И сразу же подгружается по этой ссылке мой вариант лут-фильтра. Соответственно, первое, что вам нужно сделать, это скачать звуки. Здесь кастомные звуки используются некоторые, поэтому их первым делом нужно скачать. Вот sound file download. Вы переходите по ссылке, вас выбрасывает на Яндекс.Диск. Здесь, соответственно, вот такой вот рарник по Custom Sound by Shoki. Вы его скачиваете, и все файлы, которые внутри будут, вы сбрасываете к себе в папку с игрой. Вот эти 4 файла. Вот 4 звуковых, собственно, файлы MP3-шных, вы их к себе сбрасываете в папку с игрой, и потом вы качаете уже сам лут-фильтр. Переходите во вкладку Download, здесь прописываете какое-нибудь название, какое вам нравится. Можете просто отсюда скачать вот Very Strict Endgame by Shoki, собственно, сюда его скопипастить и скачать. Жмакнуть download и опять же скачать к себе на комп и закинуть его опять же в папку с игрой, где у вас лут-фильтры все хранятся. Вот. Соответственно, вот у меня этот PoE 3.6 Very Strict Endgame by Shoki. Вот он в данный момент самый актуальный мой фильтр. И вот эти вот 4 файлика здесь тоже лежат со звуками. В дальнейшем, может быть, я звуки буду какие-то добавлять, может быть, какие-то поменяю, но пока это так. Вот. Так что, в принципе, следите там где-нибудь на Твиче, либо просто новые варианты ссылок смотрите. Если вдруг по каким-то причинам у вас не работает эта команда фильтр, то вы можете взять, собственно, мой лут фильтр немного по-другому. Что вы делаете? Заходите опять же на FilterBlade. Собственно, все тот же сайт, FilterBlade.xyz. Далее заходите во вкладку Save and Load. Далее переходите чуть ниже, находите поле Search Public State Saves, наоборот, Save States, и вводите одно и то же слово «шоки» в названии и в авторе. Вот, «шоки», «шоки». Вот, соответственно, ставите чекбокс «Only Current Version», это обязательный чекбокс, чтобы вам подтягивались самые новые лут-фильтры на последнюю версию игры, наверное, я подозреваю, либо игры, либо самого ресурса, хрен его знает. И после этого нажимаете Get Newest, соответственно, вам высвечивается список всех моих последних изменений по лут-фильтру с названием, где есть слово «шоки» в названии, где есть автор «шоки». Вот. Соответственно, вы нажимаете Load, у вас опять же грузится то же самое, что вы делали по ссылке. Здесь вы можете взять тот же самый, собственно, набор звуковых сообщений, сопровождений точнее, и по вкладке Download, опять же, здесь ввести какое-то название, жмакнуть Download и скачать сам лут-фильтр. Единственный минус второго варианта в том, что по идее, этот ресурс никак не проверяет, кто конкретно выкладывает свои лут-фильтры. Соответственно, любой человек, абсолютно любой человек на планете может использовать в названии, в нейме, может использовать слово «шоки».
И в авторе тоже может использовать слово «шоки». И, соответственно, вы, когда нажмете «Get Newest», помимо моих лут-фильтров, моих вариантов, точнее, лут-фильтра, вам высветится еще какой-нибудь левый, который не от меня. Вот. Соответственно, лучше, естественно, брать ссылку непосредственно с моего твича, потому что на моем твиче я, естественно, только сам лично эту ссылку пишу, и по ней вы всегда перейдете на конкретно мой лут-фильтр и никогда не ошибетесь. Вот, если же вы будете качать по тегам шоки-шоки, то вполне возможно, что вы можете скачать не совсем мой вариант лут-фильтра. Вот, на этом, собственно, пока что все, что хотел рассказать. И, соответственно, с вами был Шоки, ребятки. Всем всего доброго. Пока-пока.